Здравствуйте, меня зовут Николай. Сегодня я посоветую, как правильно выбрать триммер. Для того, чтобы выбрать триммер, в первую очередь нужно определиться, для чего он вам необходим. Если вам нужен триммер для периодического кошения травы в несколько приемов, несколько раз, в небольшом площади, то вам более удобно выбрать маленький триммер, то есть примерно в два раза короче этого, с электрическим двигателем. Если же вы рассчитываете на повседневное, каждодневное использование триммера в условиях достаточно большой обработки площади, то вам лучше всего выбрать бензиновый двигатель и более крупных размеров режущий диск и либо леску. Все триммера делятся на две группы. Это электрические, точно такие же, как сейчас у меня в руках, и бензиновые, которые работают, собственно, на бензине, на дополнительном топливе. Электрические триммера, они менее шумные в использовании, так как сам движок работает намного тише, и более надежные в использовании и в использовании как раз в бытовых условиях. Электрические триммера также делятся на триммера с верхним расположением двигателя, которые являются более мощными, и с нижним расположением двигателя, где двигатель расположен рядом с режущим элементом. Такие инструменты меньшего размера, но по качеству кошения ничуть не уступают более старшим мощным собратьям. Бензиновый является более мощным инструментом, и в основном он представлен с верхним расположением двигателя. В преимуществах бензиновых триммеров можно отметить большую мощность и независимость от дополнительных источников питания, так как электрический триммер с собой всегда тянет шнур для подключения к электросети, бензиновому триммеру это не нужно. Более удобно выбирать те триммера, в которых есть как леска, так и нож, так как леской можно срезать лишь тонкую траву, крапиву, ну, какие-то заросли небольшие, а более толстую траву или мелкие кустарники следует срезать, конечно, лучше ножом. А ножи бывают как пластиковые, так и металлические, как представлено здесь. Сразу можно сказать, что более дешевый триммер не значит более выгодная покупка. Скорее всего, низкая цена инструмента обусловлена использованием дешевого пластика в двигателе и более дешевых комплектующих в режущем элементе. Таким образом, более выгодно будет приобретение того триммера, который не будет нуждаться в ремонте долгое время и не потребует замены самого триммера на следующий год при наступлении нового сезона. Если посоветовать более определенно, то среди бензиновых триммеров можно выделить триммера производства компании Hammer. А среди электрических двигателей, в принципе, наиболее выгодной покупкой, скорее всего, будет либо инструмент марки Temp, либо инструмент марки Champion. Лето – золотая пора. Не теряй ни минуты зря. В магазинах «Строитель», триммеры, электропилы, бетоносмесители, краски, тачки, рубероид по выгодным ценам. Настройся на лето. Подробности в сети магазинов «Строитель» или по телефону 45 21 17.